Всем привет, дорогие друзья, и хорошего вам настроения. С вами Рэй, мы продолжаем играть в ХКР 2, шестой день. И забираем наши награды. Так, мне интересно, сейчас мы тоже... Слушай, ну сейчас нормально, вчера был офлайн, а сегодня все... Все хорошо. Ты... Вот и понимай, как хочешь. Так, всем привет. Всем привет, всем привет. У ребят уже каникулы наступили. Как же я вам, друзья, завидую. Белой завистью. У вас начались каникулы. Так, маневр 400 метров в зиме. Сделай 6 поворотов, получи... Ага, вот это, наверное, поменяем. Маневр 500 метров. Так, друзья, ну сегодня цель у меня, наверное, добраться до... Я не знаю, есть тут 48 тысяч кубков или тут сразу уже... 50, мне кажется, что все-таки будет. Будет именно 48 тысяч кубков. Так, давай-ка поменяем вид нашего гонщика. Какой-то такой вот. Во, пускай у нас будет бородач. Ну что, я готов? Я готов, друзья мои, опять покорять эту игрушку. Давай. Ой, ой. Ну это только я так мог, друзья, сделать. Хотя смотри, все-таки я вырвал, друзья мои, первое место. Хотя там, ну сам видел, да? Оплошался по полной программе. Ё-моё. Смотри, что творится. Оу. Как вы там, дрещеныши, это делаете, а? Скажи-ка мне на милость. Правильно. Валяйся там нафиг. Лезет он еще тут ко мне, понимаешь ли. Все, друзья мои. Хитрость и сноровка еще никогда меня не подводила. Лишний раз в этом убеждаюсь. Ну а на зиме я должен вообще, ребята, взять первое место. Потому что, ну сам знаешь, у меня здесь... Довольно неплохие. Хотел сказать, сцепление. Не сцеп... Как ты? Как, ребят, вот этот бусурман? Ну-ка, рейчик. Есть! Щух! Просто вырвал победу. Блин, я не вижу просто там... Где финиш-то, ё-моё? Я ненавижу воду. Друзья мои, действительно, ненавижу ее. Всеми фибрами души. Терпеть я не могу, тут чуть к тому же лихач. Спорткар, по-моему, зря, конечно, поехал поверху, как мне кажется. Лихач тоже тут, конечно. Блин, он все-таки дотянул. Ну, есть. Что случилось с лихачом, ребят? Отлихачил? Что с ним произошло? Почему он перевернулся прямо на финише и не стал доезжать? Не знаю. Какие-то коллаборации непонятные. Ты смотри-ка, этот Саид... А, Сид. Сид, конечно же, Сид. Ой-ой-ой-ой-ой. Все умные нормально прыгнули, а один рейчик... Ну, хорошо, хоть не разбился. Хоть на этом спасибо. Лихач, блин, можно было бы, конечно, его как-то обогнать. Он там что-то подпердывал, но все-таки дотянул, я смотрю, до финиша. Этот... Да ё-моё, ну вот это вот врезание, ну зачем вот оно нужно было, а? О-о-о. Так, мы куда-то сейчас перелетим. Лихач... Ай, ребят, лихач опять сфейлился, я тебе так скажу. Вырвал победу. Бородач рулит, друзья. Бородач рулит. Блин. Болотистая дорога. Слушай, вот мне кажется, что на болотистой дороге... Я, конечно, не могу утверждать на 100%, но почему-то мне кажется, что здесь... Нормально бы зарулил бы
Этот, как его, скажи, я скажу. Ну, короче, этот. Я все время забываю, как этот джип наш называется-то, в конце-то концов. Ну все, вообще память не стала. Которого у меня прокачанный джип. Этот, не багги, а как он? Причем все в голове, ролик, это вот это вот. Супер дизель, конечно же, друзья мои, супер дизелек. Мне кажется, вот он здесь бы вообще был, наверное, идеально. Могу, конечно, ошибиться. Но вот, не знаю. Мне очень нравится раллийное авто. Оно хоть и прыгает высоко, но не так высоко, как это делает, извини меня, супердизель. Супердизель, он подлетает и все. Согласись, вот это было тупо, глупо и нелепо. И все причем рванули туда. Все. И я. Отлично. Ой. Что это сейчас было? Ну, правильно, давай, кресло это тащи на финиш. Дотащил кресло до финиша. Замечательно. Так, друзья мои, все-таки вот они. Нету здесь 48 тысяч. Здесь уже сразу 50. Но не забывай самое главное, что там будет ждать нас босс. Я помню, в прошлом сезоне я его хотел... Не в прошлом, а в позапрошлом сезоне я его хотел забомбить. Я его забомбил, я его выиграл, но... Ну что мне для этого пришлось сделать? Ну ты понял, да, здесь? Ага. Подлетели. Там баги у нас, да, все-таки впереди ушуршало. А, нет, это не баги, друзья. Это не баги, это мотоцикл. У чувака, прикинь, горючка кончилась. Тут, видимо, одна была лишь. Нет, две гонки. У мотоцикла... Не, доехал. А что он... Я не понимаю, что с ним там происходит. Почему они встают на полпути? Особенно перед финишем. Вроде в Рязани никаких не было. И как вот этот вот охламон, объясни-ка мне, перелетел. Так. Сейчас попробуем. У меня получилось. По-моему, у баги тоже там получилось перевернуться, встать на колеса. Нифига не вижу из этого. И это баги меня обогнало, ребята. Прикинь. Так, ну я, получается, все равно на первом месте. Это баги меня обогнал. Я почему-то в тумане в этом потерялся просто-напросто. Я ни черта не видел. А он как-то успел рвануть. Несправедливо это было. Смотри. Четыре раллийных авто. Давай, Рэй, иди. Все, короче, продинамил эту вспышку, парень. А знаешь, где мы вспышку продинамили? Мы вспышку продинамили, когда я в эту долбанную яму провалился, понимаешь? Все проехали, а мне надо было именно провалиться в нее. Вот и все. Уж не надо нажимать на тормоза, а, друзья? Фига ты, Петручу. Вот это да, вот это я сфорсировал, так скажем. Так, ребят, у меня в данный момент борьба только идет за второе место. Давай, Рейчик. Я понимаю, что тут такая не очень хорошая трасса, блин. Но первыми мы прибыли. И по итогу первое место мы взяли. Фью. Так, ребята, забираем деньги. Забираем наш сундук. Угу. Отлично.
Так, что у нас там? Я тебя увидел в Ютубе. А где же ты еще меня мог увидеть? Увидел. Так, ребят, ну что? Да ё-моё. Пляжный кубок. Ну что, будем брать или не будем? Не будем, наверное, мы брать. Дюны. В прошлый раз я взял на свою голову это багги и переплевался. Слушай, а у кого это там? Джонг. Трындец, ребят, вот это джонг. Ай-яй-яй-яй-яй. Чуть-чуть. Чуть-чуть не догнал его, ладно. Это в их понятии идеальный старт. Почему я так медленно скорость набираю, а? Не дал я им проехать. Да, друзья, сложно, сложно, сложно. Еще раз эти повторяю, очень становится, ребят, сложно играть. Тем более ты сам видишь, тут конкуренция, ну, просто зашкаливает. Твою налево, я уже думал, сейчас опять схандрим, но нет, слава богу, у нас тут все вышло. Из всех гонщиков я оказался, ну, как видишь, лучшим. Так, миля в пустыне. Ну, милю в пустыне, наверное, можно проехаться и на... на нашем супердизельке. Подожди, а почему я один-то еду? Ребята, а почему... Вопрос. Почему я еду один? А где остальные-то все? Ты посмотри, написано, я первый. Я ничего не припутал? Я еду один, я серьезно говорю. Как такое вообще получилось? Причем, смотрю, трасса такая довольно... Ой-ой-ой-ой, разбиться можно. Здесь надо вообще аккуратно ехать, если честно. Очень. Раз за мной никто не едет, я буду ехать потихонечку. Не вздумай. Давай ты съезжай нормально, обычным. Нет, для этих гонок эта машина не подходит. Первым. А где остальные-то все? Где все остальные были? Нет, это, конечно, прикольно, ребята. Что за такой глюк в игре произошел? Я не понимаю. Куда все делись, я просто тупо проехал один. Не надо врезаться, но мы все равно врезались. Ну, конечно же, тягач у нас как самый этот. Как самый скоростной. Он любит вот эти вот прыжки, трамплины. Он на них очень хорошо прыгает. Видишь, не зря он приехал вторым. Но там даже кто-то умудрился на чоппере проехать. Ну, поехать. Конечно, у него ничего не получилось, но он рискнул, самое главное же. Макарек. Смотри, смотри, смотри. Как тебе такой расклад? На заднем колесе просто тут. Все. Чудило докатался. Ну, по делам ему. Чувак вылетел. Переключение. Какое еще переключение? Давай я поеду сюда. Ага. Не я один. А, это не байк, ребята, это полноценный мотоцикл. Все, он довыпендривался.
Он там на стенке так и завис, прилип. Одним словом. Ну, а я беру первое место. Как-то так. Вообще, замечательно получается у нас. Так, остается совсем немножечко до деталей. Блин, это же пустыня. Это пустыня еще к тому же такая вредная, блин. Кто там за мной? Блин, тягач там тянется. Тягач, отвали. Первый, ё-моё. Еще не хватало тягачу какому-то проиграть, да, ребята? Детский бассейн. Сфига ли тут детский бассейн-то делает? Скажи-ка мне на милость. Блин, хоть действительно ставь эту езду на заднем колесе. Я просто так смотрю, мы с тобой на заднем колесе столько уже едем. Гоняем. Что действительно пора, наверное, его ставить, мне этот ускоритель. Чувак, на финиш решил прилететь вниз головой. Правильно? Да. Перевернулся чувачок, причем так довольно некисло. Во-во-во-во-во-во, тягач полетел. Подлетел в поднебесную. Ох, ё! Серьезно, что ли? Все выехали, а я нет? Зачем я дал назад, только не понимаю. Я, видишь, я встал, я не стал, ребята, подниматься в эту горку. Я решил спуститься, ну и ты сам видишь. Ого, ого, Яська, нас тут, по-моему, с тобой сейчас сделают два этих байкера плешивых. Тебе не кажется так, а, Яся? Йо, вот мы, Яся, с тобой уже и впереди. Ты, конечно, меня тут немножко... Да, были впереди, стали позади. Все-таки мотоциклисты нас... вздрючили. Так, давай посмотрим на этот раз. Получится ли у них этот фокус? Один доигрался. Один мотоцикл доигрался. Что не может не радовать, ребят. Все, здесь я приехал первым, Яська приехал второй. Один мотоциклист разбился. Так, это у нас город. Ну, в городе на мотоцикле, конечно, ребята, круто гонять. Ну и на машине тоже не слабо. Давай, 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 Яся. Есть. Ну что, Яська, поздравляю, нас никто из этих мотоциклистов не сделал, а я первый. У меня каникулы 26 мая. Каникулы — это хорошо, ГЦ, грациус, поздравляю. Так, ну что, а я продолжаю, друзья мои, ехать. Я продолжаю ехать. И Майк. Майк на своем спорткаре. Там опять, друзья мои, кто-то едет на попрыгушках. Твою ж налево, блин, боюсь крышу снести, понимаешь? Смотри, сколько мы на заднем колесе едем. Может быть, действительно убрать вот этот вот, как он называется, скажи, я скажу. Ускоритель идеального приземления, да поставить. Видишь? Просто заднее колесо — это наше все. Нормально. Тут вообще просто на одном дыхании. Пусковая шахта. На одном дыхании я промчался эту трассу. Идеальный старт, но я что-то не вижу, чтобы идеальный старт. Ах ты, смотри, 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 смотри. Скизу какой-то. Что-то скизу
Я смотрю, сдал свои позиции. Там, по ходу дела, когда ты прыгаешь, там нужно идеально, ребята, приземляться, идеально делать отскок, потому что иначе ты теряешь скорости. Семь деталей чего? Блин, да что такое на эту? Идет форсаж и все. Везуха какая-то. Я забыл два дня. Чего забыл два дня? Чего-то забыл два дня. Поясняй хотя бы. Так, ребят, неужели мы с вами получим... А, это колеса для лунохода. Это колеса для лунохода и... У меня лунохода-то нету. Или это просто луноходный колес? Я не знаю, что там они обозначают. Нифига, чувак, на таких этих колесах, смотри. Ой-ой-ой-ой-ой. Нифига тут подкол. Наверное, надо было все-таки ехать вниз. Но, тем не менее, тут я все-таки, ребят, первым приехал. Ну, если бы я поехал по низу, мне кажется, я бы быстрее бы до финиша добрался. Не, чувака, колеса, конечно, крутые, тут не поспоришь. Да-да-да-да-да-да-да-да. Не надо только врезаться. Да почему все время в эту будку-то я врезаюсь, а? Вот постоянно, как эта трасса, я в эту будку врезаюсь. Вот никто, кроме меня, в нее не врезается, а я как самый этот, как самый прищалыга, ё-моё. Еще и трубой сверху. Еще и трубой, ребята, сверху. Блин, получил. Слушай, мне кажется, мы вот до сюда дойдем, а там уже будет, скорее всего, босс. Блин, как же я побаиваюсь этих босяцких. Потому что я прекрасно знаю, сейчас опять куча нервов. Нифига. Желтое такси там едет. Да нахрена ты такое ускорение-то делаешь-то? Рэй, ну... Оно тебе не нужно абсолютно. Хотя это не от меня зависит, ребят. Я просто еду, а ускорение срабатывает само по себе. И оно почему-то срабатывает именно когда не нужно. Когда оно нужно, ты его фиг дождешься. Вот что я тебе могу сказать. Вот нафига вот оно сейчас нужно было? Вот, объясни. Правильно желтый сделал, что сбросил скорость. Ну, скорость сбросил, а я-то все равно первый приехал. Не, ну он логично ехал. Он, наверное, на тот раз узнает, как облупленную. Опять! Вот опять, как только надо лететь куда-то. Сейчас размажет меня нафиг. Не вздумай. Перевернуться уже хотел, ты видел? Уже на бекреньку потек... повалило его. Фух, эпические холмы. Кто-то говорит: Рэй, а что ты все время на одной и той же машине ездишь? Ребят, мне сейчас, в данный момент, как бы не до других машин, потому что, ну, сам видишь, сезон кончается, месяц кончается, и 50 тысяч кубков нужно взять. Да и к тому же, это одна из самых лучших прокачанных машин, которые у меня есть. Потому что, может быть, конечно, и другие машины крутые, но они не прокачаны у меня. Поэтому мне проще пока вот ездить на раллийном авто. Да, тут, по крайней мере, есть хотя бы шанс занимать достойные места. Блин, этот спорткар, а? Ну или как он подлетает, а? Все, долетался, по-моему, там перевернулся. Че такая длинная трасса-то, ребят? Все, приехал. Так, давай подгазовку. А вот этому, мне кажется, здесь тяжело. Не уверен, конечно, что на 100% тягачу. Вот спорт, ой. Ты видел, что произошло? Тягач в легкую, просто в легкую, ребята, перепрыгнул через все это.
Если мы здесь как супостаты ползем, он просто перепрыгнул, но все равно я первый. Ага, еще, наверное, гоночка другая, и, ребята, у нас будет, будут колесики. Но здесь тоже такой кубок Шумрайдера, я тебе скажу. С черепами, да? Что ж ты так подрываешься-то, а, демон? Он действительно, ребята, знаете, что происходит? Он... Когда вот у меня была машина, да, в прошлой серии, я пробовал на ней ехать. Она очень хорошо летит. Она иногда так хорошо летит, что... Обалденно. И так быстро он меня догоняет. Ветер будет? Что-то не было никакого ветра, к сожалению. А я на него так рассчитывал. Этот даже обогнал того. А, Тони погиб. Тони дед. Дед Тони. Видишь, как он прилетает? Слушай, ну тут, как ни странно, у всех получилось проехать. Что-то мою машину опять закривляло. Второй, да? Второй. А по итогу первый. Ну, доедем, нет? Чуть-чуть. Чуткарика не получилось. Ну что же. Сельский кубок. Ты заметь, у нас, кстати, не было здесь вот этих вот... Как называется? Фига. Фига. Выскочка. Хорош. У нас здесь не было... Завода уже давным-давно не было, кстати. Фабрики. И не только фабрики не было давно, а еще не было, знаешь, чего давно? Диверсии. Что-то мне кажется, что мы, когда с боссом будем соревноваться, выпадет трасса диверсии. Вот почему-то тут предчувствие, я не знаю, какое-то такое. Надеюсь, мое предчувствие меня подведет. Потому что на диверсиях я 100% босяцкого не сделаю. На прямой трассе босяцкого тоже вряд ли можно сделать, ребят, потому что он по всем параметрам, он прокачан как бы лучше меня, получается. Опять же, сноровка, хитрость. Где-то сделать так, чтобы врезался, перевернулся, разбился, отстал, замешкался. Только в этом случае у нас будет какой-то итог. Ну что, друзья, колесики наши? Ты, твою налево, а. Две гонки я уже еду, и все никак не могу доехать до этих колес. Ну а после колес... Так, там баги, что ли, шуршит? Ну только мне так вот, ребят, везет. Только мне, медведь какой-то тут. Ну, нахрена ты? И это финиш, да, тут рядом? Еще на заднице проехал. Да. Был бы ускоритель колес, возможно бы проехал бы намного лучше. Так, ладно, едем. И все-то хотят приземлиться. Прям идеальненько, да? Не доехал. Чигермес. А кто не доехал, тот профан. А я доехал. И у меня все четко. Так что, медведушка, пожуй кое-что. И не стой над душой, как говорится.
Да кто там пшикит-то все? Пшик, 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 пшик. Оу. Ну тут-то чувак, конечно, перелетел, да? Нет, ребята, не перелетел никуда, он съехался. Съехал вниз. Ай-яй-яй, ну и все равно первый. Да, хожу в продусе, но я первый. Друзья мои, босс. Босс, блин, а там прикинь, там луноход. Или это раскраска для луна. Я не получил колеса-то, оказывается. Они, видишь, с короной, а корона это означает VIP. Ой, друзья. Фрэнк. Это у нас... На чем он едет? Блин, я не вижу его машины, его нету. А что такое? Да в плане соединения. Во. Ребята, он тоже на раллийном авто. Ну посмотри, как он едет. Я бы сказал, идеально едет. Есть. Так, друзья мои, 3 гонки здесь. 1 гонка за мной. Мне бы 2-ю гонку выиграть, и все, ребята, и... Дело будет сделано. Кактусы, блин. Как ты это сделал, чепушила, блин? Как он это сделал, а? Вот говнюк. Давай, 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 Рэй. Нам нельзя с тобой обделаться. Вообще никак нельзя обделаться. Есть! Фух, ребята, я его сделал. Я его все-таки сделал, и, соответственно, мы с тобой берем этот сезон. Так, ускоритель. Ох, ускорители для этого. Так, форсаж для тягача и защитная арматура для спорткара. Да? Сезон завершен. Вот так. Что нам в приключении тут советует? Гонка. На лихаче. Там гонка не имеет значения ни в чем. Давай прокатимся. Гоночка, гоночка. Ну, сезон взят. Уже, как говорится, хорошо. И я на расслабоне. А до конца месяца еще, ну, еще есть время. Так, а у меня здесь рекорд, я смотрю, 2000 с лишним метров, да? Ох, как бы здесь, друзья мои, был бы очень, кстати, монетный ускоритель и нитро. Просто бы идеально было бы. И магнитный, соответственно, ускоритель. Вот это было бы красота. Во-первых, скорость была бы бешеная. Во-вторых, мы бы собирались здесь все и бустились, понимаешь? Просто мы бы тут просто летели бы. Вот это, конечно, был бы прикол. Эй! Эй! Да, друзья, кто бы мог подумать, что сфейлюсь на какой-то ерунде. Но за это почему-то нам не дают монеты. Да. Событие начинается через 18 часов. Новое событие у нас будет, да, я так понимаю. Эта гонка какая у нас? Да ё-моё, что с этим-то происходит? Поехали.
Поеду на автобусе. Все там. Кто куда? Рэй монетки собирает. Нам пофиг, да, на это все. Мы монетки собираем, едем. Окей. Все уже давно тут на финише. Я так приехал. Так, а вот здесь. Вот здесь я, наверное, возьму. Да-да-да, эту пердукалку. А что так быстро этот-то, я не пойму. Ох, тут баги, ребят. Эй! Кто? Хренкок? Трындец какой-то, блин. Последним, да? Последним, конечно. А что у нас на этой машинке установлено вообще? Магнитный ускоритель, форсаж. Не форсаж, а этот. Ладно, погнали. Фига там, чувак, крутой, какой навороченный автобус. Ну! Трэш. Трэш, ребят. Ну что, друзья, на этом, пожалуй, я буду сегодня закругляться. Всем большое спасибо за просмотр и до новых скорых видосиков.